Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас прохождение квестов, небольшая РПшечка. Я, значит, ехал тут, понимаете ли, на своей ласточке. Господи, я только это увидел. В общем, ехал я домой с работы в Мерседесе 600-м и попал в аварию, значит, с трафиком. Как это произошло, я ничего не помню. Почему у машины крыло белое? Я вообще не понимаю. Попал в ДТП с трафиком. Тот водитель скрылся в неизвестном направлении. Задача этого квеста в том, чтобы я восстановил эту машину. На руках у меня есть $1400. И рядом свалка. То есть я должен каким-то образом взять сейчас самый... Рядом свалка. Тут до свалки еще я не знаю, сколько переть и переть. Так вот, я должен взять самое необходимое. В смысле необходимое? А, так, ладно, есть отвертка. Как это еще не потерять все здесь в траве в этой? Это ужасно, конечно. Так, пускай инструмент лежит где-то здесь. Вот как-то так вот, да? Чтобы его не потерять. Так. Я, честно говоря, не вижу ключ. Без ключа здесь делать вообще нечего. Не самое удачное место. Так. Этот квест подогнал мне подписчик Аков, за что ему огромное спасибо. Мне кажется, ли здесь лежит ключ? Господи, правда, я нашел ключ. Ладно. Хорошо, у меня есть ключ, у меня есть отвертка. Вот она, да. Так, вот, вот так вот рядышком они пускай лежат. Вроде здесь не падает ничего. Я не знаю даже, честно. Понадобится мне свечник. Скорее всего, да. А может нет. Может, что не понадобится. Так, смотрите, хана коробки, хана блоку, хана тормозной магистраля. Возможно, из-за этого я попал в ДТП, но это не точно. Тут вроде бы все как бы нормально. Ну, ясно, что здесь вообще не отсутствует. Смотрите, крышка есть радиатора. Скорее всего, хана радиатору. Нужна будет охлаждайка. Охлаждайку, к сожалению, я не смогу взять на свалочке. Но как бы это не беда. Кстати, отсылочка. Мне кажется, эта машина тестовая. Я очень много видел скриншотов с ней, связанные баги какие-то были. Ну ладно, это как бы не важно, но мне нужна газонокосилка, потому что мало ли здесь есть что-то еще нужное, что мне потребуется. Ладно, все, что в моих силах, я постараюсь сделать. Ну, сперва-наперво, я думаю, стоит снять радиатор, потому что, ну это ясно, что беда в нем. Так, по-любому, после такого удара радиатору пришла хана. Я даже не хочу пытаться ее запускать, чтобы лишний раз не травмировать двигатель. Ну, коробка вроде как целая. Это уже хорошо. И я не знаю, насколько выполнима эта задача, потому что она катится вниз. Да? Нет? Ладно. Дело в том, то что радиатор я не смогу поставить на это, так сказать, морду. А морду я не смогу снять, поменять, пока я... Да, она катится. Надеюсь, она на ручнике стоит. Это немножко затруднит. Ручник стоит, ладно, полбеды. Но дело в том, что мне, скорее всего, надо попытаться ее как-то отодвинуть. Опять же, отодвинуть не смогу, нет домкрата. Домкрата, скорее всего, нема. Да, это будет сложный квест. Как ее вытолкнуть, чтобы она хотя бы не упала в воду? Да, это будет немножко сложно. Первое, что мне приходит в голову, это взять у знакомого машину. Нет, пожалуйста.
Так быстро мы закончим наше оживление. Откатить ее туда, взять тачку у друга и вытащить ее на буксире. И это единственное пока что мне приходит в голову. Я, наверное, так и сделаю, потому что если я сейчас сниму ручник, она прямиком поедет туда. Можно, конечно, туда попробовать оттолкнуть. Я не знаю, я боюсь снимать с ручника. Здесь был удар еще в заднюю часть. Да, как я только выжил. Так, давайте попробую я ее вон туда. Это будет попроще. Ёлы-палы. А может, я и смогу вытолкнуть ее? Просто ремонтом заниматься на траве это самое последнее, что можно делать, потому что все будет теряться, это будут большие проблемы. Так, ну потихонечку, потихонечку, помаленечку. Что-то даже получается. Возможно, даже я ее смогу на дорогу оттолкнуть. Но, кстати, да, так, тут все вроде нормально. Мне главное, наверное, нужно ключи забрать, потому что я боюсь потерять место, где она стояла раньше. Так, ключ закидываю. Отверточку закидываю. Надеюсь, тут ничего не было больше важного. Ну да, тут по-любому придется ее, скорее всего, тащить к дому. Я не смогу даже сваркой воспользоваться, потому что здесь нет нигде розетки. А мы знаем то, что сваркой можно пользоваться только рядом с домом. Ну, это добавляет интерес, кстати, в эту игру. И я очень благодарен за столь классный подгон. Я еще такого не встречал по этой игре. И это не может не радовать. Так, ну что я могу сказать? Получилось вытолкнуть ее на дорогу. Но, сами понимаете, транспортировка в гараж. Можно вызвать эвакуатор, конечно. Но я, как понимаю, суть квеста, чтобы я ее отремонтировал здесь. Ну здесь, ну честно, ну не встанет сюда новый радиатор. Он никак не встанет сюда. Либо пробовать запустить и потихонечку самому добраться до дома. Да, скорее всего, это будет более правильно. Потому что я не смогу, честно, я не смогу поставить сюда радиатор. Даже если этот сниму, и этот сюда не встанет. Это уже проверено, это такая физика игры. Это не получится стопудово. Ну, для приличия я, конечно, попробую. Значит, я отправляю сейчас на свалочку. Так, все здесь. И приду с новым радиатором сюда. Ну, естественно, туда я поймаю попуточку или вызову такси, а обратно уже, да, меня никто не довезет, мне придется идти пешком. Ну что, встречаемся тогда с вами на свалке. Вот мы прибыли на свалку. Нам необходимо найти хоть какой-то радиатор. Если он будет не пробитый, это уже замечательно. Он не пробитый. Он стоит 9 баксов по бюджету. По бюджету нам это подходит замечательно. Что может понадобиться нам еще? Там много каких запчастей. Но не было сказано, что в идеал ее привести. Достаточно будет ее только отремонтировать. Поэтому. Так, ну машину мы смотреть не будем. Поэтому. Ну, отремонтировать, в принципе, да. Сейчас у нас по дороге еще может много чего случиться. Одним радиатором мы не отделаемся, скорее всего. Ну, в руках я могу отнести только одну вещь, поэтому я беру радиатор и пошел с ним. А, пошел с ним. Какой я хитрый. Я его покупаю и бегу к машине.
Я пока бежал, нашел картину классную. Но я что-то, такое ощущение, потерял машину. Я уже скоро к дому подбегу. Тут ближе до дома ее дотолкать было, чем бежать мне со свалки. Так, ну что? Как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Ребят, извините, будет небольшая пробка, но... Но... Вот такие дела. Как хотите, объезжайте, но ремонтировать я буду ее на дороге. Потому что я не хочу ничего потерять. Так, ну что? Ой, радиатор у нас есть. В смысле, ты чё, баран? Ты чё делаешь? Да ну тебя нахрен. Мои инструменты. Что за люди пошли? Ёлки-моталки. Ну как так-то, блин? И все равно он, главное, не едет. Так, крышка... Ой, опять тут все развалилось просто. Просто все развалилось. Интересно. Очень интересно. И очень непонятно, как действовать в этой ситуации теперь. Ну, я надеюсь, мост стоит на месте. Ничего такого жесткого не будет. Аморты есть, стаканы. Есть, пружины нет. Ты реально меня смущаешь, парень. Зря я выехал на дорогу. Я уже пожалел об этом. Да, тут, конечно, еще ДТП получились. Ладно, мы хотели, точнее, я хотел попробовать сам заменить радиатор на машине. Так, для этого, насколько я помню, нужно открутить вот эти два болта и патрубки. Так, радиатор я снял, да, он был действительно пробитый. Ну и для успокоения души, что это невозможно сделать в полевых условиях, вот тому доказательство. Опа, опа-на! Не ожидал, не ожидал. Беру свои слова обратно. Прикручиваю радиатор. Это очень-очень непривычно для меня, честно скажу. Так, и нужно открутить патрубки типа от двигателя. Раз. Так, и второй патрубок. Как тебя подлезть, открутить? Это возможно сделать, нет? Это, скорее всего, невозможно, да? Да, к сожалению, мне нужен нижний патрубок еще. Ой, тут началась мясорубка какая-то. Пожалуйста, ведите себя прилично, ребят. Да, мне нужен будет нижний патрубок. И канистра. Канистра антифриза. А хотя... Нет, нижний патрубок будет не нужен. Замечательно.
купил я антифриз в магазине. Не знаю, микрофон выключен был, почему я не заметил. Эх, надо менять бинды. Ладно, в общем, купил я антифриз. Радиатор поставил, я, кстати, очень сильно удивлен, что он поставился. Ну, если что, я добавлю, что я не сказал. Добавлю потом на видео. Ну, в общем, короче, небольшой косячок вылез. Надо почаще смотреть на окошко ОБС. Вон она стоит, наша одинокая малышка. Пока вроде ее никто не сбил больше. Больше в ДТП она вроде не участвовала. Так, ну что, антифриз есть. Снимаем крышку. Посамысали. А, вон оно как работает. Так, берем антифриз. Заливаем. Я же все патрубки прикрутил, стоп. Да. Да? Не все. Не все патрубки прикрутил. Вон один остался. Вот этот не закрутил. Так, надо проверить на всякий случай, а то если мы сейчас потеряем всю жидкость, будет не очень хорошо. Так, закручен, да? Да. Все правильно. Так, вот это вот неправильно. Это о. А вон он был ключ. Вот так вот. Так вот лежи. Так, берем антифриз. Заливаем. Просад. Ай-яй-яй. Так, ну вроде идет заправочка. Надеюсь, туда что-нибудь попадет. Так, залил я целую канистру. Ну, я думаю, никто не против, если я ее оставлю здесь. Так, ну что, нам остается закрыть. Крышку, капот, дверь, багажник и попытаться уехать на этой машине. Так, руль крутится уже хорошо, тут вся приборка, все уехала. Ну, кстати, лабаш целый. Ну что, пробуем? Так, окей, топливо есть. Но не все так просто, ребят, оказалось. Оказалось, не все так просто. Что у нас здесь может быть не так? Катушка есть. Проводка есть. Аккумулятор есть. Провода есть. Свечи есть. Да. Интересно. Неужели блок у хана? Ой, только не дождик. Ну, нам ничего не остается, как скинуть головку блока и посмотреть, что же там случилось. Если мы... А мы свечи не можем выкрутить? Да. Но это не так уж долго. Так, топливный насос есть, топливный насос вроде даже исправлен, да? Да, топливный насос исправлен. Ну да, остается снимать голову. Так, голову снимаем, радиатор снимать нужно? По сути, да. Ну, мы можем попробовать снять один патрубок.
Если нам удастся, будет замечательно. Так, давайте глянем на свечи. Глушитель. Что с тобой не так? Свечи у нас в полном порядке. Это уже радует. И что же мы видим здесь? Оу. Здесь, я так понимаю. Так, прокладка у нас живая. А вот с поршнями. Одного совершенно нет. Один прогорел. Да, ребят. Придется идти опять на свалочку. Ну почему на свалку? Мне ближе до магазина. Купить блок. Купить два поршня. Купить масло. В общем, работы здесь тьма. И каким-то образом еще нужно снять коробку. Ну, или хотя бы ее просто открутить. А это будет довольно-таки проблематично в данных условиях. Поэтому придется брать домкрат. Или попробовать заменить только поршень. Так, а ну-ка, ключ полежи пока. Полежи пока. Масло есть. Блок, два поршня. Это придется походить придется. А у нас уже темнеет, как раз можно будет переночевать. Бедная машина будет здесь нас ждать. Ну ладно. Значит, надо действовать. Проще, конечно, ее было отбуксировать. Даже не знаю. Пишите в комментарии, как бы вы поступили на моем месте. Но оттащить и отремонтировать это было бы очень просто. Поэтому будем делать все здесь. Ничего, побегаем туда-сюда. Так, стемнело. Заодно я как раз-таки дома пропущу ночь. Куплю блок. Я не представляю, как мне масло принести. А, ну в принципе можно в коробке будет, чтобы сократить ходки. Да, скорее всего я так и сделаю. Блок, конечно, туда вряд ли поместится, но я попробую все засунуть в одну коробку. По-любому нужно будет масло, потому что вскрывать поддон будем. Масло выльется. Еще и нужен будет домкрат. Эх, да. Так, ну что, вздремнем до утра. И побежали. Ага, за коробкой. Сейчас посмотрим, что у нас поместится, что не поместится. Можно купить прицеп. И на прицепе все дотащить. Но это как-то будет чересчур комично смотреться. Так, нам требуется двигатель, два поршня и блок двигателя. Того у нас $800 остается. Так, ну естественно, как я и предполагал, в коробку блок лезть не захочет. Но поршни с радостью сюда залазят. Так что я боюсь, две ходки придется делать по-любому. Может, он как-нибудь залезет? О, залез. Смотрите-ка.
Замечательно. Так, а масло? Масло. Моторное масло. Кстати, она не такая уж большая, поэтому... Поэтому я думаю, в принципе, у нас все должно получиться. Стоять. Стоять. Так, а если мы вытащим блок? Сначала закинем масло. А теперь закинем блок. Что у нас из этого получится? А получится довольно-таки интересная вещь. Но, так сказать, не очень классно получится. Так, масло, как ты можешь лечь аккуратненько? О, тихо-тихо-тихо. Это сейчас было не очень круто. Как-нибудь, наверное, вот так лежа. Так, лежа. И блок. Желательно. Во! Просто супер, просто супер. Но без домкрата, ребята, я не знаю, как коробку открутить. Там два болта есть таких, которым нужно подлезть. Не представляю. Но блок реально идет под замену. Хотя. Можно попробовать обойтись малой кровью и попробовать чисто поршня поменять. Может быть, блок немножко проживет еще. Было бы неплохо. Так как мы механики, нам блок по-любому пригодится потом при ремонте. И если заведется, доедет до дома, ну, мы можем дома поменять. И ничего страшного не будет. После таких ДТП лучше всего переварить морду и заменить полностью двигатель, прибрать, по крайней мере, его, поставить все изношенные запчасти на новые. Но мне очень интересно, куда делся один из поршней. Потому что дырку в блоке я не нашел. Но поршня нет. Может быть, он в поддоне лежит? Я не хочу класть такие вещи на травушку-муравушку, потому что потом можно будет не достать их. Прокладка у нас самое главное хорошая. Вот только где она? И это, кстати, меня не особо так радует. Так, глушак. Тут лежит. Зная, как тут проваливаются под текстуры. Маленькие запчастюльки. Я не сомневаюсь, если прокладка наша провалилась под асфальт. Ну что ж, придется, если что, сходить еще за прокладкой. Потому что здесь я ее не наблюдаю. К сожалению, я не могу даже осмотреть блок на наличие повреждений. Можно, конечно, схитрить и отключить травку. Но здесь блок без пробитий. Без пробития. Ну и честно говоря, здесь я дырку не вижу в блоке. Блок, может быть, еще, кстати, и поживет. Но такое дело, что придется потом за маслом идти опять. За прокладкой, чтобы это все дело у нас опять заработало. Так, ну ладно. Стоит попробовать. Стоит попробовать. Это больно, это больно. Это уже больно, честно говоря. Так, надо это все убрать из-под ног, потому что я могу это все запинать дело. И будет вообще не круто.
Хорошо, что не закипела башка. Ремень целый, все вроде даже целый. Травку. Я бы руками вырвал ее, честно говоря. Но здесь нет такой возможности. Но то, что придется идти за... За прокладкой, это стопудово. Стопудово, от этого никуда не денешься. Так, ну что? Начинаем разбирать блок. Нам будет мешать топливная магистраль. Вот она реально сейчас может провалиться по текстуру. И это будет очень не круто. Ставлю здесь. Патрубок, пожалуйста, тоже. Вот тут отдыхай. Так, сняли. А я же хотел попробовать. Не, я не буду пробовать. Я лучше блок поменяю. От греха подальше. Раз, два, три. Их даже за травой не видно. Вот в чем минус. Четыре. И, скорее всего, там еще есть пятый. Да. Друзья, попали мы. И это все из-за травы. Я пока что сделаю вот так. Так, есть контакт. Так, массу откручиваем. А туда я не могу подлезть. Подлез. Ха-ха. Ну да, коробку так просто, мне кажется, не снять. Так, и нужно еще открутить. Тута. Тута. Ну, подушки, само собой. Не знаю, если он сейчас снимется, будет, конечно, очень хорошо. Все так просто. Так, машина опять куда-то собирается ехать. Потому что там два болта еще на карабасе. Скорее всего, скорее всего. А поршня просто так отсюда мы не открутим. Ну да, это в принципе логично. Вообще надо все-таки патрубок это тоже снять. А, патрубок. Мы же можем патрубок. Тут не надо откручивать, а здесь можем снять. И вроде не должно из него вылезть, да? Ну, это еще под вопросом большим. Так, нет, значит, где-то что-то его еще держит. Что-то где-то. Это по-любому в коробочке. Коробочка, коробочка, коробочка. Ой. Это я далеко убежал. Вот так вот. О, опа. Один достал. Один достал даже. Может, и второй достану как-нибудь? А, все. Что я? Переживание какое-то. Все я открутил. Все я открутил. Тут уже и сцеплению хана. Тут чему только тут не хана. Ну что, переборка в поле. Так, поршня здесь не оказалось. Ну да, здесь два хороших, коленвал еще хороший. Так, ну и начнем, пожалуй, с этого момента все делать. Так, сразу, я думаю, нужно поставить поршня, чтобы они не потерялись.
Тик-тик-тик-тик-тик-тик, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Так, поршни раз. Ну, пожалуйста, ну не делай так. То есть ты категорически против таких действий, да? С моей стороны. Ладно. Топливный насос. Надо сразу ставить это на новый блок. Так, фильтр. Фильтр, фильтр, фильтр. Ах ты засранец такой. О. Вставай. Молодец. Так, ну что, теперь ты сможешь перевернуться? Отлично, отлично, молодец. Прикручиваем, откручиваем. Что тебе не... А, во, во, выскочил, выскочил. Так, берем новый. Новый взял. Мне нужен только поршень, да. Новый поршень. Оп, вот сюда. Переставляем коленвал. О, как он хорошо у нас снялся со шкивом. Так. Ты должен перевернуться. Вот так вот. Текс. Замечательно. Замечательно. Установим поддон. Так, ну вроде как все. Похоже на то. Так, но все равно придется сейчас идти в магазин за прокладкой и за антифризом, потому что антифризу хана по-любому. Такое ощущение, что да, у нее трещины. А, во! Вот она пробить это. Блок не пробила. Пробила его еще как. Вон она, видите? Дырень. Хорошо, что я сразу стал разбирать, а не пробовать что-то сюда навтыкать. Так, но это еще не все. У нас еще остался радиатор на нем. Помпа. А, помпа у нас на башке, да. Так, генератор надо снять. Ремень надо снять. А, ремень, в принципе, пока не надо снимать. Стартер надо снять. Так, один открутили, второй открутили. Генератор. Устанавливаем. Эх ты, засранец. Все. Так, теперь нам необходимо... А чё, уже пора. Пора идти за прокладкой. Можем попробовать его поставить, чтобы он тут особо не валялся. А, стартер, стартер, как же я забыл про стартер. С этой стороны. Да, движок здесь пора явно перебирать. Тут уже от него, грубо говоря, мало чего осталось живого. Так, ну что, вроде как даже все. Вроде бы как все. Устанавливаем блок. Так. Только я не вижу, где кого чего крутить. Раз.
коробочку по кругу сейчас причпекаем. Вот таким вот образом ищем нижний болтик. Так, хруст был хороший, да? Да. И с той стороны. Так, с той стороны не видно, лучше подтолкнуть. Вот так вот, чуть-чуть. Поехали, раз. Так, тут нету. Два, три. Ай, ой, ай. Ай, ой, ай. Так, это закручено. Ну, вроде как бы, да. Вроде как бы, да. Ах, прокладку жалко. Прокладку жалко. Ну, все, да. А, можем поставить уже... Не, пока не будем радиатор ставить. Пойдемте за прокладкой и за... И за тосолом, опять же. Так, вот я что, боюсь ключ потерять? Если потеряю ключ, это все, это потеря. Но, в принципе, даже без домкрата справляемся. Пустили дождик, поспали немножко. Бежим в магазин. Так, купаем прокладку. И покупаем антифриз. Антифриз. Ну вы серьезно? Опа, отлично. Так, а самое-то важное, самое важное. На подушке-то я прикрутил. Я же не прикрутил на подушке двигатель. Так, это аморт. И я чуть-чуть не достаю. О, грязь. Давай. А, здесь прикрутил. Все, здесь я молодец. Так. Окей, давайте поставим сразу магистраль, чтобы ее не потерять. Теперь берем прокладку. Теперь берем головку. Свечки у нас уже стоят. Закручиваем ее. Одеваем крышку клапанов. Закручиваем. Так, давайте поставим сразу, наверное, радиатор. Ты что делаешь? Так, прикрутим его. Патрубок. Так, здесь он прикручен. Здесь. На всякий случай вот так сделаем. Так, берем второй. Рез. Да.
девайс. Так, провода одеваем. Провода одели. И нужно закрутить нашу проводку, которую раскручивали. Так, здесь у нас проводки ничего нет, у нас все с той стороны. С этой стороны у нас массовый провод. Силовой на стартер. Ой, точнее, это стартер. Вот он, вот этот. Силовой на стартер. И на аккумуляторе. На генераторе. Вот он, так, отлично. Так, можно глушак поставить, а то он всем мешает здесь. Два болтика. Эй! Мы так не договаривались. Так, и что-то мне подсказывает. Что больше у нас нет его, да? Серьезно? А, приемная труба. А, приемная труба, да? Да. Вот так вот. Раз, два. Так, смотрим, что у нас по запчастям осталось. Так, вроде бы ничего. Остался у нас только поршень. Блок. Антифриз. Так, ну поршень и блок в коробку можем положить. На память оставим. А нашей неудачи небольшой. Так. Ключик убираем. Заливаем жидкости. На всякий случай можем проверить, масло есть, нет? Масла нет. Все замечательно. Дверь открыл. Так, сначала зальем масло. В принципе, сейчас уже не должно быть глюков, призов. Да, все нормально. По одной канистре вполне хватает. Я проблем с этим не знал, не видел. Подальше, чтоб не мешало. Закрываем крышку. В радиаторе. В радиаторе у нас что? Ай. Ой. Ну, это ладно, это не критично. В радиаторе у нас жижка ушла. Жижка ушла. Так, а хомуты я проверил, да, все? Вроде как, вроде как. Значит, спокойной душой заливаем. Антифризик опять. Так. Да, ну, чуть-чуть хватит. Что-то там появилось. Чуть-чуть там появилось. Для пробы нам этого хватит. Ну что? Пары включены. Пары были включены. Ну ладно. Зажигание работало. Ничего страшного. Ну что? Я надеюсь, все получится. Все, получается. Заливаем жидкость. Ну и в принципе, до дома, я думаю, мы доедем. Главное, мне кажется, с этим поспешить. Потому что как это, на что это и сколько это, я не знаю. Она едет. Ее ведет в сторону. Причем, когда газуешь в одну, а когда отпускаешь газ в другую. Видите, как вообще прикольно?
Вау. Да, трафик бешеный. Бешеный трафик. Ну вот так вот я после ДТП. После ДТП смог установить машину именно на месте ДТП. И машина теперь целая, невредимая. Приезжает домой. Так, вот так вот, чтоб ничего не этот. Даже не успел нагреться. Можно было бы и не париться с этими заливками и прочими, но машина... Машина типа наша, и мы ей дорожим. Ну вот, как-то так. Ну это ладно. Вроде как договоренность была на то, чтобы она завелась и доехала до дома. В принципе, с этим справился, мне кажется, я отлично. Прилипли все наши инструменты к ящику. Достанем их. Ну, машина на ходу. То есть можно на ней пока спокойно ездить. Все будет замечательно. До поры, как говорится, до времени. Ну, я думаю, квест пройден. Всем спасибо за просмотр. Аку отдельное спасибо за данный квест. Если считаешь, что я еще не до конца его прошел, пиши комментарий. И я восстановлю ее полностью. Ну а на этом серия заканчивается. Всем спасибо за просмотр. А, забыл сказать, данный квест я выполнил за 1 час 14 минут 18 секунд. Все, всем спасибо, всем любви, удачи, успехов.